Это перерезание ленточки символизирует ввод в эксплуатацию дороги, соединяющей жилой комплекс «Торпеда» с большим миром. С учетом того, что здесь уже сдано 5 домов и на горизонте очередные новостройки, развитие инфраструктуры особенно актуально. Плюс канун Дня строителя, а к празднику всегда хочется сделать что-то особенное и разделить свой успех с другими. Поэтому подарки не только ударникам производства, но и семьям новоселам 5-го дома и тысячному покупателю квартиры в жилом комплексе. Большая торпедовская семья прирастает с каждым днем. Вас поздравляю. Хочу пожелать мира и уюта в ваших новых квартирах, в ваших новых домах. Спасибо. Красивое благоустройство. Асфальт – это мечта. И я благодарен фирме «Жилстройнн» за воплощение мечты для Автозаводского района. Мы очень признательны руководству города и района за то, как оценены наши усилия, как оценена наша работа. Хотелось бы сказать, что и впредь компания будет максимально стараться выполнять все поставленные перед собой задачи в срок, и в том числе принимать участие в социальных проектах, которые есть в городе. Поэтому еще разочек всех с праздником, ждем строителей. Нам очень приятно, что мы являемся партнерами и мы двигаемся вместе. Большое количество людей уже заселились в эти дома, обустроились и живут. Вот. Ну а хоккейный клуб «Торпеда» является неотъемлемой частью этого жилого комплекса. Вот так как мы находимся с первого дома, вот, сегодня пятый, надеемся, что будет дальше и шестой, и десятый, и двадцатый. Хочу еще раз поздравить всех строителей, всех профессиональных строителей, непосредственно всех людей, которые имеют отношение к строительству, с их профессиональным праздником. Желать им здоровья, процветания, всего самого наилучшего. Вот. Что непосредственно касается компании «Жилстрой», с которой мы находимся в партнерских отношениях, хочу отдельно их поблагодарить и пожелать им процветания, чтобы жилой комплекс «Торпеда» процветал и развивался, и только расширялся. Ну и пожелать им всего самого наилучшего.